Магаданские полицейские готовятся к Путине. Их оперативно-профилактическая операция стартует 1 июля, продлится 4 месяца. Охрана биологических ресурсов, общественный порядок, безопасность дорожного движения. Сотрудники регионального управления МВД России совместно с представителями других контролирующих ведомств запланировали проведение мероприятий в местах лицензионного лова. В прошлом году на нерестовых реках полицейские установили более 40 случаев нарушений закона, половина из которых закончилась уголовными делами. Браконьеры лишили из 10 лодок, 30 орудий лова, 24 тонн красной рыбы и 3,5 тонн лососевой икры. Осенью 2019 года сотрудниками органов внутренних дел Магаданской области изъято несколько партий незаконно выловленной рыбы. Ущерб, нанесенный браконьерами, составил более 100 миллионов рублей. Максимальная санкция за незаконную добычу лосося предусматривает лишение свободы до 2 лет. О нарушениях закона можно сообщить лично в дежурную часть или по номеру 02, а также по телефону доверия УМВД России по Магаданской области 69-66-55. Напомним, Путина на Колыме стартует 26 июня, продлится до 20 сентября. Как и в предыдущие годы, планируют открыть 17 лицензионных участков. Ловить на них можно будет с 6 часов утра до 20 часов вечера. Добыть 2 хвоста горбуши только в определенных местах и в конкретные дни. По четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям.